Он храм построил не для славы, нет, а чтобы к Богу стать немного ближе. Александр Батюхин из села Сосновка Азовского района неожиданно для себя прославился на всю область. К Рождеству он решил сделать необычный подарок для земляков. Во дворе своего дома возвел трехметровую церковь из снега. Теперь здесь выстраиваются целые очереди. Люди приходят поставить свечу, молча постоять у икон. Для местных школьников устраивают экскурсии. Александр считает, что в Сосновке обязательно должна быть настоящая православная церковь. Ведь вера делает человека добрее, сильнее и помогает жить. Смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной сегодня в 20:30 на 12-м канале.